руководитель отдела Кокшетауского городского управления санитарно-клинического контроля Искаков Руслан Николаевич. Сегодня мониторинговой группой при акимате города Кокшетау был зафиксирован факт проведения торжественного мероприятия, то есть свадьбы в гостевом доме Алтын Шанараф. Нами, сотрудниками управления контроля, управления санитарно-клинического контроля, проведена неплановая проверка. Данный факт подтвердился, проводилось торжественное мероприятие. Данный гостевой дом уже неоднократно применяются административные меры. Только что нами был вызван хозяин данного объекта, но он отказался приехать, ссылаясь на то, что он не является хозяином. В данное время эпидобстановка по городу Кокшетау нестабильная, фиксируется большое количество заболевших, но несмотря на все применяемые нами мерами, гражданами города Кокшетау не соблюдаются наши требования, проводятся различные мероприятия, не соблюдается масочный режим. В этой связи обращаюсь к жителям города Кокшетау, прошу все требования соблюдать, ваше здоровье в ваших руках.